Хей, гайс, с вами Шимки, и мы продолжаем родить рупа на Darksiders 3. Так, ну что, вот мы, в принципе, начинаем с самого начала. О, тут ваншотные челики будут. Ну, как я сказал, ну, блин, мы ж с вами... По-любому с этими еще встретимся. Здоровяками. О, видите, по катушке уже есть какие-то. А, вон, кстати, первое место. А вон и второе место. Я понимаю, здесь нужна буря. Обломок. Артефакт демонов. Артефакт ангелов. Так, здесь мы еще не будем. Сейчас будем собирать финтиплюшки. Так, сюда мы тогда прибегали тоже на своих двоих. Поэтому возвращаемся обратно. И вниз прыгаем. Чтобы забрать предмет. Оп. Сейчас я, кстати, гляну, блин, мы здесь. Ну, короче, паузу ставлю. Так, в здании, как только мы заходили. Где-то здание, вот оно. Здесь есть место, куда можно запрыгнуть. Знаю. Я ощутила его взгляд, едва мы оказались в расщелине. Оу. Еще один избранный. Еще один избранный. Будь осторожна. Надеюсь, 3000 мы не потратим зря. Это оно есть?
Готово. Минус один избранный. Обломок адамантитом. Большая кусочка сущности. Большой тайничок. Я кое-что ощутила в этот раз. За окутывающей их пустотой. Внутри избранных горит пламя. Да, госпожа. Избранные пылают. Можно попытаться. А, нет. Так, потом мы пошли вниз, да? Так, вот вопрос, а смогу ли я отсюда долететь до туда? Могу. Осколок хаоса. А вот вопрос, мог ли я там еще выше залезть? Просто там как бы место было, куда можно выше залезть. Можно, кстати, попытаться. Да, есть. Факт ангелов. Так, теперь отсюда до туда. Понятно. Здесь слишком много таких... Блин, ну мне кажется, это как раз я к гиганту иду. С другой стороны, фиг его знает. Да не, ни хрена. Или хрена. Ой, это у нас этот место, где два чувака внизу. Будем запоминать потихоньку. Так, это получается, который у нас уже был избранный? Четвертый. Четырех избранных мы грохнули.
Ну, значит, легкая просто версия. Тогда сейчас сходим. Сначала нужно посмотреть, что здесь было. Откуда это мы тут пришли? Ага, это из основного места. Это основное место. Артефакт демонов. Так, ладно, здесь, думаю, можно поставить паузу. Так, теперь мы там, где убежище. Я не знаю, как я не заметил хода до этого. Так, остановись, мгновенье. Что бы это ни значило, а ну-ка. Что за достяга? Так, получить пустоту покоя? Вау. Насколько вы долго мне ее давали? Это ж охренеть можно. Так, ну прыгать я не прыгал. Да, хпшка они мне почти не пробивают, считай. Они мне не пробивают ее. Так, здесь, да, мы потом поднимались наверх с вами. Здесь у нас Ульфрик. А вот, в принципе, я еще один предмет нашел. Осколок. Да, надо осторожно смотреть, потому что вот эти прикрепленные вещи можно и легко упустить. Так, потом дальше, когда мы шли по древу, когда мы впервые увидели летающую хрень. Вот поток ветра. Это кто такой? А, это типа у нас броня. Блин, жалко, ее выключить нельзя. Хм. Ну слушайте, она довольно долгая. А вот считайте, мы нового противника встретили, кстати.
Что же вы, ребята, здесь такое сторожили? Малый тайник. Дверей открытых нету. Ой! Пожалуйста. Спасаем парнишек. Смотрите, там в натуре место новое. Так, осколок. Улучшение тени. Улучшать могут быть встроены. Окей. О, это уже место там, где это здание было. О, увидел. Тяк. Несковская тень. Магический урон этим оружием, уменьшение магического урона. Ты меня видишь? Что же, возможно, ты достойным. Неопределенная сила. Получено достижение. Теперь я понимаю, почему все так хотят крылья. Понятное дело, что новые места я буду показывать.
Блин, надо на потолке всегда смотреть. Я забываю то, что могут быть прицеплены какие-то финтиплюшки. Вижу тень. Большой вечер. Мне нужно сраных 10 тысяч. Чтобы я получал халявные деньжатки. Так, быстро посмотрим, нету ли на потолке ничего. Ну да, слушайте, если я буду каждый этой локации новые куски находить, то это надолго. Ну, хотя бы не умер. Уже что-то радостное. Что-то радостное. Так, в итоге мы вернулись сюда, откуда начинали. Хоть душ мало, но души это души. Эти душманы, это души, даже по 5. Так, дальше мы идем к убежищу. Дальше у нас начинается убежище, поэтому... Хотя можно показать, как убежище разрослось. Пойдемте глянем. Спасибо. Я бы погиб, если бы не ты. Да нафиг надо с ними с каждым разговаривать. Можно, кстати, в натуре прокачать ради того, чтобы больше получать опыта. Вот, сюда мы еще не ходили. Сюда мы с вами еще не ходили. Так, стоять. Ага.
Подожди, там еще какой-то звук был. Я слышал. Большое скопление. Но пойдем посмотрим, куда это мне приведет. Слышу. Подо мною? Надо мной? Вот со звуками всегда в игре какие-то проблемы. Только не краш, 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 кра-краш. Не краш. Краш. Так, ну в принципе недалеко я ушел. Поэтому не жалко. Но все равно, то, что может крашнуть и ёбнуть видео, это плохо очень. Если так может случиться. Если может, значит это очень плохо. Что за стрёмный звук? Да, тень, я тебя не вижу. Так, туда можно попасть. Тихо, тихо, тихо. Мальчик с пальчик. Так и убить можешь. На помощь! Прошу! О! Коллектив. Получено достижение. Так, все. 10 человек спасти. Ну все. Нет, не все, тут еще что-то есть. Где? Откуда звук издается?
Не пойму. Звук, как будто тут что-то еще есть. Но тут нигде нету спуска, спрыга. Обманный звук какой-то. Да фиг его знает. Неужто я где-то проморгал? Может, баги со звуком? Звуковые баги? Да, вроде бы нигде больше, нигде ничего нету. Да, странно. Еще раз, может, там где-то что-то прицеплено, просто я его не замечаю. Либо звук идет просто снизу, но мне считается, как будто он где-то здесь. Без понятия. Там тоже ничего нету. Там вроде бы нету тут ничего. Странная фигня. Звуковые обманы деревьев. А ну-ка, может, он мне как раз что-то скажет? Я же все-таки 10 спас. Как раз на чаке прокачаем. Ярость. О. Рад тебя видеть. Надеюсь, ты понимаешь, как много делаешь для человечества. Ты не просто спасаешь жизни. Ты спасаешь надежду. Позволь мне улучшить ту безделицу, что я дал тебе. Неплохо. Собралась хорошенько их помучить, да? Я могу это прокачать. Вот уж не думал, что это возможно. Глыба Но надо? Теперь ты еще опаснее. Мне надо глыба адамантита. Понятно. Любопытно. Итак, посмотрим, что я могу для тебя сделать. Так, что-то новенькое. Не сфокусированный мрак. И убегай или следуй зову своей собственной природы. Так мне не преуспеть. Мне нельзя выходить из тени. Мои восприятия обостряются, я готов к каждому удару. Враг наступает словно на песок. Ага, это было. Так, тебе не буду слышать, если будешь говорить так, чтобы они тебя слышали. Закупайтесь во мрак, и даже самые злобные чудовища не смогут причинить вам вред. С
прячься в сумерки, если хочешь получить абсолютную защиту. Осторожно ступай в тени, иногда она может напасть. Власть над ночью дает смертоносную силу. Тьма, пожирай тех, кто осмелился бросить тебе вызов. Их имена будут забыты. В тени я был рожден, в тени буду процветать. Так, ну смотрите, мы будем с вами качать. А, то теперь этого моего нету, который прокачан. А, нет, вот есть сбалансированный фортификатор. Восстановление здоровья в минуту. Давайте прокачаем, мне как раз хватает. У меня и хватает и на это даже. Это одно из лучших моих. Вот уж не думал, что это возможно. Это одно из лучших моих творений. 20% лучеров. Восстановление здоровья в минуту. 96. Любопытно. Всего тебе наилучшего, ярость. Неплохо. И плюс мне еще чувачков будет сколько давать? Бонусом. Получение гнева от лучеров гнева. 20%. А. О, стоп, у меня есть и этот. А почему я его не вкинул еще ни во что? Очко характеристик, мне кажется, есть. Так, ну давайте хпшку качать. Чуточку. Чутка хп. А, типа, мне по-любому вызывает, да? Если проблемы со звуком, скорее всего, вылетит, блядь, да? Но здесь мы уже все исследовали. То есть можем идти дальше. Теперь лифт быстрее спускается. Странная херня. Так, под лифтом я был. Ну, ставим на паузу и исследуем потихоньку. What the fuck? Ни хрена себе, это оказывается не проценты, ребятки, были. 20? Подожди, где оно? Где? 20% лучеров после разрушения объектов этим оружием. Это не плюс 20%, это плюс 20. Без процентов. То есть мне за каждый уничтоженный теперь объект, который мы с вами уничтожаем. Ну, давайте, к примеру, этот. Дают по 20-очке. Ух, сейчас можно фармиться хорошо. Хорошо, она фармится. Так, пока я далеко не ушел, давайте сразу сюда закинусь. А, туда, возможно, можно попасть. Вы представьте, вот это... 80. Комната. 80. 80. За эту комнату мне только дали. Это ж просто имба. Я еще где-то слышу. А стоп, это вообще куда-то хер знает куда пришел. Huh?
Так, давай сюда попозже. Я как понимаю, это скорее всего через туннель, если я вниз упаду. Хотя? Их его знают. С них можно в натуре теперь лутать, это жесть. Но это два самых имбовых, получается, артефакта я прокачал. Где? Она здесь вон наверх можно сейчас залезть. И вот ту хрень взорвать. Лол, чё? О, нифига себе, я могу машину уничтожать. А вот этого мне никто не говорил. О, ладно. Так, а сейчас пойдем покатаемся на этой. По льду. Интересно. Только легковушки, да, можно уничтожать? Легковушки более тяжелые. Сразу два. Оу. Они должны что-то сторожить, что очень хорошее. Потому что их тут целых двое было. Мне аж интересно, что они охраняли. Прикиньте одного из стражей. Ну этих, как они, избранные. Стражи избранные. Понятно. Так, на поверхность. Сначала смотрим, чтобы ничего не было здесь. Это что такое?
Что тебе нужно от скромного торговца? Где я? Пожалуйста, не спеши. Непристойный. Это новый Лока уже? Так, стоять. Получается, мне нужно куда? Сюда. Так ведь? Нет, вы сюда. Манет, мы открыли новую локацию. Неплохо, 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 неплохо. Считайте плюс телепорт. Так, я спрыгнул вниз. Все-таки. Да, это походу как раз то место, да? Это то самое место. Так, а вот и 10 тысяч готово. Нас собирали. Все равно я в основном только в этой броне хожу, поэтому почему-то бы нет. Приветствую. Так, выкажи мне свои товары. Не спеши. Так, доспех. Магический урон, снижение урона от эфирических атак. Персонажи М. Я знал, что ты не сможешь устоять. Как хочешь. Пока, прощай. Это стихийное окутанное пламенем, броня усиливает огненные атаки. Ну, хотя бы какая-то будет защита, да? Снижение урон от физических атак. Интересно, они стакаются? Не, походу, только одну броню можно одеть. Не спеши. Ну, смысленно. Если я только в одной броне буду ходить, красный. Теперь можно использовать одну эту и купить вот эти две штучки. И у меня еще плюс 500 останется. Как хочешь, пока прощаю. И как раз можем протестить. Так оно будет или нет, как я думаю. Десюльки, да? Десюльку потратим одну. Мне должно дать 1500. 10500. Да, 10500 дало. Приветствую. Не спеши. Прекрасный выбор. Как хочешь. Привет. Это как хочешь. Так, теперь у нас отхил 375. Есть смысл ХП качать? До десятки хотя бы. Думаю, есть. Так, ну что, вот мы с вами... И в этом странном месте. Что, все? Да, урона у нас теперь многоватенько. Мне нужно теперь ломать все, все, все. Вот кого мне надо еще грохнуть. Может, в этой серии тогда его грохнем?
Подожди, я, кажется, тут был, походу. Да, я тут, оказывается, был. Серьезно? Так, давайте так далеко не заходить. Пойдем обратно. По сути, я могу просто до него долететь. Может, так и поступим? А здесь мы с... Тут тоже припоминаю. Или нет? Что за проход? Знать бы, куда я иду. Не пойму. Как мне к нему попасть? Надо запоминать, где я был, где не был, потому что я пытаюсь все потихоньку идти. Мне, по сути, даже эта херня не надо, потому что я и сам могу взорвать уже это все. С него ничего не дает. Жук. Ой,
Понятно. Тут хранил артефакт демонов. О, сколько вкусняшек. Где я, блядь? Просто я вообще не понимаю, что это за место, как я должен был сюда попасть. Под водой, через воду. О, там есть еще какие-то коконочки. Понятно. Ладно. Так, у нас уже 5000. Снова накопилось. И красная труба, которую, скорее всего, мне надо. Так, команда чистильщиков. Команда чистильщиков. Артефакт ангелов. Осколок шипа. Просто на самом деле я немножко не понимаю, нахрена я вообще сюда иду. Yeah.
ничего сказать. Где я вообще нахожусь? Я уже запутался, если честно. Но мне кажется, я к боссу иду, поэтому все нормально. Приветствую. Это позабавит нас обоих. Как хочешь. Пока. Просто 60 хп. Прощаюсь. Хватит, хватит! Умоляю, спаси меня! Мне аж интересно, где я нахожусь. Если честно. Ульфрик, а где мы находимся с тобой? Что тебе нужно? Пожалуйста, не спеши. В резервуаре мы находимся. Как хочешь. Заставь их кричать, всадник. У меня, кажется, как раз я к боссу иду. Если да, то это, в принципе, неплохо, но мы в глубине. Мы в пещерах. Но если мы идем к боссу, значит, у нас в этой серии, скорее всего, два будет босса. А если включать еще чувака, которого мы победили, о, отсылка Крик Вингельма. Я слышал Крик Вингельма. Ай. Куда оно могло ползти? Натуре все? Ожидал, возможно, даже большего. А, это то, что я видел, да? Отсюда я видел. Босса дайте. С пауками мы, оказывается, сражались уже этими. Это, по сути, начальные пауки.
бастардов никогда нет шансов, верно? У кого? Людей из всех возможных. Считайте, я убиваю противника, с которого двадцатка падает. О, подожди, а если я в костюме, я могу... Быть может, осветишь нам путь своей искрометной ясности? Я сохраняю право в любой миг вырвать тебе сердце. Если так, сделай это бесшумно, вряд ли мы не, если так не считается. Манать какие-то темные места вообще пошли. Ай. Так, окей, теперь пойдемте в другую сторону, туда, куда еще проходик был какой-то секретный. Сказал, когда мантитом. И как-то слишком темно. Где вообще нахожусь? Вот почему этот на меня не напал, а другие, бывает, нападают. А, я понял. О. Приветствую. Придуши. Позабавит нас обу... Как хочешь. Мины, норы. Где мы находимся? Не спеши. Извилистый грот. Пока прощаюсь. Вроде бы оружие на максимум. О-о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 -
Так, стоп, я уже заблудился, откуда я пробежал.
Так, я прибежал отсюда. Сейчас только начни ломать, потом запутаешь снова. Только ведь в натуре начни ломать. Физуха пиздец сейчас. Насколок. Максимальная энергия. Получено достижение. Я не понимаю. Я сколько вариантов? У меня вместе с этим 4 прохода. Здесь еще в натуре спрятано всего. Много-много всего. Так, ну понятное дело, что проход, который открытый, туда смысла нету идти. Что он, блядь, открытый. Поэтому откуда там начинаем? Где первый? Где первый ломаемый объект был? Привет. Это позабавит нас как хочет. Ага. Ага. Слишком пустовато. Еще одна дырка. Сколько здесь этих дырок? Я вообще думал, я сейчас к чуваку попаду, да и все.
И там еще проход, а ёлы-палы. Да сейчас охренеть этих количество проходов. Вот, посмотрите на вот эту линию, сколько тут всего, и скажите, как я должен знать? Куда мне? Еще жопа сгорит, я не могу такое большое количество запомнить. Хватит мне ваш. Ваших проходов уже. Нереально много. Так, мы тут были, мы тут не были. Я помню, а я не помню. Поэтому вот без карты здесь вообще нереально. Пиздец какой-то. Закончить в натуре. А, короче, погнали. Трогнем червя этого сраного. Дай бог с ним. Так, где там наш чувак стоять? По 5000 за левел. Понимаю, просто понимаю. Давайте сначала это, я думаю, сделаем быстренько. Грохнем, если он сейчас будет. Мне кажется, он будет вообще изичным, потому что, мне кажется, мы должны были сюда идти за этим сраным пауком. А в итоге мы пошли не за пауком. А хер знает куда. Что тут не висит нигде? Госпожа, твой талисман.
Наконец-то. Мы близко. На этот раз наблюдай и молчи. Что тебе нужно? Кричать, всадник. При этом, как хочешь. Пока прощаюсь. Ответвление. Наконец-то, босс! Ярость великолепна. Твой судный день настал, Леность. И правосудие над тобой тоже свершится в поединке. Да разве по мне видно, что я собираюсь с кем-то или чем-то сражаться? У тебя нет выбора. Выбор всегда есть, дорогуша. Я выбираю не делать выбор. Слишком много мороки. Я бы посмеялся над тобой, да только лень. Не обижайся, ты славно играешь в нашей поучительной пьеске. Но правда, зачем напрягаться? Это апокалипсис. Ух ты. Мне все равно. Все, что меня заботит, это комфорт. Звучит знакомо. Молчать! И как видишь, у меня много-много слуг. Они живут лишь ради этого. Попробуй. Я дам тебе парочку рабов, если ты расслабишься. Я расслаблюсь, когда вы все сдохнете. Надеюсь только, что остальные будут сильнее сопротивляться. Будут. Или не будут. Мне до этого нет дела. Ты ведь понимаешь, верно, всадник? Как все тщетно. Присоединись же ко мне. Сбрось груз с плеч и насладись бездельем. Уверен, тебе бы это очень понравилось. Неужели ты оставишь свое задание? Нет! Правда? Великая ярость не позволила бы себе стать жертвой подобной твари. Задание тебе правда по силам? Ну, поехали. Лень. Лапки помешали. Ого! Серьезно? Ну что? Я нажал отхилиться. Я нажал на отхил. Ладно, ладно, ладно. Окей. Уговорили. Вообще уговорили. Без проблем. Ноль проблем. Zero problem. Zero problem. Zero problem. А ведь
это даже не просто игра. Глупая, бессмысленная игра. Так, отхилиться. Ага. Поздравляю. Должно быть, ты довольна собой. Думаешь, убив меня, ты как-то повлияешь на этот... жалкий крестовый поход. Просишь пощады? Найди в себе каплю достоинства. Лапочка, я позволяю рабам потирать мне зад ангельскими крыльями, пока я вкушаю утренний чай. Достоинство лишь выдумка, как и равновесие. Разве ты не утомилась? Еще. Но и самый изнурительный бой выматывает меньше безделья. Такой разминки у него 1000 лет не было. Так, сколько у нас там осталось этих интересных? Нерушимые косточки. Классика. Так, талисманы грехов можно использовать для поиска других грехов, показывая направление ближайших грехов. Ты мостик. Да. Но нам еще много изучать, исследовать и все остальное. Поэтому отдаем души нашему чуваку этому. Слухи
слухи о храброй ярости достигли ушей самого Таргона. Он пожелал увидеть тебя. Развлеки его сам. Ты умеешь потешить невзыскательных зрителей. Но ведь это не я самый могучий всадник, а яростный мастер лести. Горнило. Следующий уровень горнила теперь доступен. Отправляйся горнило через чистилище в меню Змеиный Нор. Приветствую. Приветствую. Это позабавит нас обоих. Как хочешь. Так, ладненько. Пока прощаюсь. На этом мы с вами заканчиваем, потому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, всем пока.